Привіт, я Нікіта Двіченко і мої гості завжди на спортику. Сьогодні в мене в гостях мій колега по професії, за фахом, мабуть, що ні, але по професії так точно. Скажи, Дмитро, спортивна журналістика – то мертве тіло, яке треба реанімувати в Україні, чи то вже все біда? Є спортивна журналістика чи ні в країні? Ну, по моєму мненню, спортивна журналістика зараз вже, звісно, не та, яка була в нашей с тобой юности и детстве, когда мы включали телевизор и смотрели спортивные блоки новостей на национальных и даже на региональных каналах, потому что были у нас здесь и свои звезды. Ну так, вони и зараз ще є, але трошки вже подорослішали, мабуть, що. Слухай, ну давай так, ось це інтерв'ю, в якому ми говоримо про спортивну журналістику, це є якийсь маленький внесок в регіональну спортивну журналістику? Чи це також ніхто, нікому не цікаво буде? Нет, ну спортивная журналистика, наверное, если мы говорим о классическом ее понимании, это все-таки непосредственно вот эта журналистская работа, которая связана с освещением спортивных событий, наверное, а здесь мы с тобой просто общаемся. Поэтому в какой-то степени, знаешь, как две стороны медали всегда есть, наверное, для кого-то, может быть, это какую-то роль свою сыграет. Но в целом, конечно, мне кажется, это не развитие спортивной журналистики. Региональная журналистика спортивная, она может быть интересной? Любая журналистика может быть интересной, и при этом даже, наверное, в современном мире не нужно быть журналистом для этого, потому что бери телефон, свою любимую тему, куча платформ в интернете, можно даже, как ты говоришь правильно, без профильного диплома устроиться, наверное, работать на телевизионный канал, если очень этого захотеть, поэтому... Ну, в тебе ж, ты за фахом... Юрист. Юрист, да. Ага. Коли ты и взагалі як познайомився з цією професією? В школе я учился, в классе 10 или 11, и было у меня два таких выбора. Либо идти на журналистику, почему-то я очень хотел, я не могу это объяснить каким-то образом, логично, либо на юрфак. Вот. Но все-таки я решил идти на юридический факультет. Вот. И связано это было с тем, что в юности тоже увлекался спортом. Вот. Яким? В баскетбол грав по юношам. Ну, як грав? Бігав. Ну, м'яч бачив. М'яч бачив, так. І я пішов вчитися в університет Альфреда Нобеля. Він зараз, мабуть, називається. Тоді називався економіки і права. І там була команда, яка виступала в вищій лізі. І мене пригласили теж попробувати. І я із-за команди туди прийшов і поступив на юрфак. Тому що журфака в той момент там ще не було. Вот. Был даже в заявке высшей лиги, но ни одного матча не сыграл. Но познакомился там с журналистикой, потому что в этом же здании тогда функционировал один из телевизионных каналов нашего города. И мне удалось каким-то образом кого-то уговорить, чтобы попасть просто туда, в эти двери. И делали мы какое-то время студенческую программу, небольшую раз в неделю. Но мне так было все это дело интересно, это было лет 18, наверное, что я там засиживал просто... До дыр, можно сказать, досиживал? Звичайно. Штаны. Вот. Заканчивалась учеба. К примеру, у меня была там тренировка. Ну, ты кайфовал от процесса. Мне просто это очень нравилось, да. Я ничего не понимал, но мне все это дело очень нравилось. Вот. И впервые я там познакомился, кстати, со спортивной журналистикой. И первым спортивным журналистом в своей жизни, которого я вообще увидел. Кто? Это был Артем Дубина. О, боже ты, вот. Артем. Иногда даже брал меня он... На съемке, помню, бадминтон, еще какие-то вещи. Мало что я понимал, но в целом видел, что... Бадминтон, бо там девчата красиві. Ну, наверное. Я знаю просто Артема, він казав, що він дуже полюбляв саме ті зйомки, бо тому, що там дівчата красиві. А який твій перший сюжет був? Первый сюжет? Ты еще не помнишь, какой первый сюжет был? Там же какая история была. Я пока учился, в общем-то, имел какое-то отношение вот к этому телевизионному каналу. Вот, как студента. Потом учеба закончилась, и я пошел работать. Вот, и вернулся уже... Юристом. Никита, где я только не был. Это длинная, наверное, не очень интересная история. Много, много где я работал. Ну, и короче, кажется, ты покинулся. Да. Ну, я как бы не начинал особенно, если быть честным. Вот, и буквально, наверное, может быть, 2 года назад, может быть, чуть больше, около 3 лет назад, почему-то я решил... все-таки вернуться, попробовать еще раз, потому что вспомнились мои юношеские мечты, вот, и удалось мне попасть на телеканал, опять региональный, на котором, собственно, и занялись мы спортивной журналистикой. Ну, спортивной журналистикой мы хотели бы так, чтобы она называлась. В целом, снимали спортсмена. Ти ж ще коментуєш спортивні події.
Які види спорту ти коментуєш? Ну, почалося з баскетболу, вот, потім додався волейбол ще. Вот. І іноді в якісь екстрені случаї просили коментувати види спорту, о правилах яких я мало що знаю. Мало що розумів, так. Що найважче коментувати? Сложнее всего комментировать те виды спорта, о которых ты не имеешь ни малейшего представления. И тебе приходится разбираться по ходу, и, конечно, это большой стресс. Чому так виходить, що попит виходить, що є, а кому робити це немає? І ну, спортивні журналісти опиняються в ситуаціях, коли треба бути ще й коментаторами. Але це зовсім, мабуть, що інше. Це як Віктор Вовсько, який мені ну, не те, щоб не дуже подобається, але я не вірю в те, що людина в цій професії може бути просто дирижером. І блогер класний, і все, і те, і п'яте, і десяте все знає, все розуміє. Як ти вважаєш, таке може бути в нашій професії чи ні? Що і коментатор класний, і спортивний журналіст крутий. Ну, в цілому, звісно, я думаю, що якщо б була така можливість займатися одним ділом, то, мабуть, краще займатися одним ділом. Повністю погружатися в нього, повністю цю тему осваювати, бути в ній професіоналом, плавати, як риба в воді. Але, к сожалению, я думаю, по ряду причин, это невозможно, в том числе на региональном телевидении, потому что, во-первых, как ты кажешь, немає попиту на таких специалистов, и их не очень много. С другой стороны, и конкуренции тоже не очень много, потому что специалистов нет. И поэтому происходит вот такая вот история. Гроші на цьому багато заробиш? Можеш називати цифри, але це невеликі чи великі гроші, що на них можна, не знаю, в Італію, можливо, на тиждень полетіти. Якщо ну, не знаю, там, сезон відкоментувати баскетболу, наприклад. І ось ти з сім'єю... Ні, ну, якщо ти відкоментуєш сезон баскетболу і нікуди не будеш її не тратити, то Італія – це твій варіант. Ну, так рідко виходить, тому що все одно ми ж повинні якимось образом функціонувати, як... Дніпро – спортивна столиця? Более того, вона ще культурна столиця. Ну, це звичайно, що Борис Альбертович дивиться нас. Ну, а серйозно, спортивна столиця чи ні? Ну, я думаю, что в нашей области достаточно именитых спортсменов, достаточно звезд даже мирового уровня для того, чтобы мы могли так говорить. Хотя бы мы дніпряне. О том, что Дніпро может бороться за звание спортивной столицы. А чому тоді цих спортсменів, про яких ми говоримо, ніхто не знає? Ну, опять же, потому что... Багато гостей, які приходили, я ставив їм це питання, і один з них, от, приклад гарний навів, що ти можеш їхати з людиною в маршрутці, вона буде тобі передавати гроші за проїзд, а ти навіть не будеш знати, що це там учасник Олімпійських ігор, наприклад. Ну, все по той же причині, тому що освещення нет спортивної тематики в цілому, наверное, у нас. І у нас знають, що кого футболістів, тому що вони мелькають по телевізору національних каналів, в міжнародних трансляціях і так далі. А другі види спорту просто неізвісно. Ну, неізвісно чому? Тому що просто люди не знають о существуванні цих спортсменів, о существуванні цих видів спорту взагалі, мабуть, в регіоні. Поэтому от этого, мабуть. А можеш назвати відомого спортсмена, спортсменку в нашій області? Ну так, щоб у світовому масштабі. Хто тобі перший приходить на думку? Не футболіст, давай хоча б так. В світовому масштабі. Ну, могучих, наверное, Ярослава, но вона восходяща звезда, наверное, все-таки мирового масштабу, но в цілому, наверное, я її назву. Згоден з тобою, так. Назви найкрутішу спортивну локацію у Дніпрі та найгіршу, яку тобі довелось побачити на зйомках, наприклад, сюжетів. Найкрутішу, найгіршу у Дніпрі. Неплохо виглядять борцовські зали. Вот. Несколько их есть в городе. Залы с ремонтами, залы с необходимым оборудованием для тренировок и в целом с инфраструктурой. Очень неплохо выглядят. Найгірше. Их, наверное, тоже достаточно много. Мне почему-то какая-то одна в голову не приходит сейчас. Ну, в целом, наверное, спортивные школы, которые финансируются за счет государственного бюджета до сих пор. Вот, и только из него, без помощи спонсоров, без помощи каких-то меценатов, наверное, они похожи в целом. На мою думку, знаешь, что я сгадав... базу Олімпійського резерву, здається, так вона називається, там, що серед, з боксу, я там побачив, що там немає батарей, наприклад. Був я там теж, да, точно. І там зимою проходить якийсь чемпіонат, і я був
Здивований, що немає батарей. Ну, з другої сторони, є два ринга, але немає батарей. Є какой-то в этом, знаєш, какая-то фішка своя. Все-таки это бокс, так як ми представляли його із фільмів. Або запалення легенів ще фішка може бути така для маленьких боксерів. Добре. У Дніпрі існує конкуренція серед спортивних редакцій. Я думаю, конкуренції нет ввиду відсутствия спортивних редакцій. Декілька, давай так скажу, десятиліть, не мабуть, що так, тому назад була редакція під проводом там Шинкаренко, Тимохина, Теодоровича. Метрів просто, як інколи там десь я чув це. Чому зараз немає таких редакцій? Дрюченко, твоя, наприклад, редакція, щоб вони між собою конкурували. Спорт-то нікуди не зник, мабуть, що так. А редакції немає. Мені дуже складно відповісти на цей вопрос, я не знаю, чому. Однозначного відповіді, точніше, у мене на це немає. Наверное, якщо б ми дуже сильно захотіли мати спортивну редакцію, всі, наверное, б ми її мали. В цілому, звісно, можна говорити о тому, що нет запроса від глядачів, запроса від руководства телеканалів, але мені кажется, що... Сейчас такое время, если ты предоставляешь какой-то качественный продукт, то в целом, наверное, это оживет. Поэтому, почему ее нет, возможно ответ такой, что просто сами журналисты почему-то перестали верить в то, что это имеет какой-то смысл. Наверное, в формате телевидения. Які спортивні проекти ти особисто дивишся? То, можливо, тебе щось надихає, ти кайфуєш, можеш там годинами дивитись. Неможливо, неважливо, там YouTube, телебачення, будь-що. Назві проекти, які тобі спортивні подобаються. Ну, на Viasat в основному смотрю зарубіжні проекти, обзори неділі спортивних новостей, «Спортцентр» називається. Так, от такі речі. В Україні, наверное, смотрю YouTube-проекты какие-то. Конкретного никого не могу назвать, их несколько. Вот. Ну, наверное, это YouTube-проекты в основном. Ну, в целом, я телевизор не очень смотрю, если честно. Вот. Я не помню, когда я последний раз включал телевизор и смотрел телевидение по телевизору. В основном сейчас все в интернете. Ага. Спортивный сюжет чи съемка, за який тобі соромно? Можливо, не один. Що тобі прям соромно було, що ти щось не знав такого формату? Однажды я пришел на съемку, помню, в самом начале, был чемпионат Украины по дзюдо, и мне написали фамилию одного чемпиона, сказали, тебе нужно с ним поговорить. Называй прозвище. И вот. Ну, чтобы было и соромно, и зараз, давай. Да, вот. И, в общем, перепутал я спортсменов. Я не знал их в лицо, и подошел к Якову Хамо. Так. Большому. Сильному нашему чемпиону украинскому. Вот, ну и назвал его другим именем. Он сказал, молодой человек, я должен вас расстроить, это не я. Меня зовут Яков Хамо. Я извинился. Ага. Не видеограф вообще. Я просто хотел провалиться сквозь землю, потому что это было очень стыдно. Вот. Но после съемки я сделал то, что должен был сделать до нее. Изучил всю, так сказать, биографию Якова Хамо и думал, вот сейчас бы я его встретил. Я бы, конечно, удивил его. Ага. Реально прям соромно, так було? Ну, звісно. Спорт номер один в Україні? Футбол. Спорт номер два в Україні? Спорт номер два в Україні? Ну, баскетбол назову, наверное. Хоча, звісно, можливо, многие со мной не согласятся, но в целом, наверное, вовлеченность в баскетбол сейчас может конкурировать за второе место. Угу. Легкая атлетика, плавание, наверное, тоже, но баскетбол такое комьюнити, наверное, сформировал. Неплохой сейчас. У якого спортсмена ти хотів би взяти інтерв'ю? В Україні. Можеш назвати декілька. Ну, интересно було б пообщаться, наверное, с... В Украине или в Днепре? Давай в Украине, до Днепра зараз. В Украине? Ага. Однажды мне удалось пообщаться с Михаилом Романчуком, пловцом. Очень мне понравился этот человек. Я думаю, что
хотілося б з ним пообщатися більш предметно. А чому сподобався? Він якийсь веселий, відкритий? Очень відкритий чоловік, да, очень искренне відкритий, вообще очень приятный в общении. І ми довго його мучили. Вони приїхали зі зборної тренуватися к нам. Не випускали з води чи що? Ми його не пускали в воду. Ага, добре. Ми очень довго виставляли світ і несколько раз переписували дублі. Он стоял мерз, но выдержал все и отвечал на все вопросы, которые ему задавали. Абсолютно на все, и был очень-очень милый. Так, в Украине назвав у Дніпрі. У Дніпрі. Ну, в регионе. Не могу ответить, я не знаю. Просто это тоже мой хотел взять. В данный момент как-то... А серед зірок світового масштабу? Спортсмен, спортсменка? Можливо, яких можна пофантазувати, яких немає в живих? Хто б це був? Можливо, хтось з баскетболістів? Ти сказав, тих, кого немає з живих, зразу чому-то приходить в голову Кобі Брайант, звісно. Но... Ага. Но... Ну, чому б не пофантазувати? Вот. Да, наверное, интересно было бы. До речі, на якій позиції ти грав, коли був баскетболістом? Второй номер. Угу. Нормально. А коли в останній м'яч баскетбольний в руках? Ні, це дуже давно. Дуже давно я брав м'яч в руки. Ну, в плані ігри в баскетбол. Ага. Вот, в цілому брав, звісно. Давай до баскетболу трошки перейшли. Назви свою, свою стартову п'ятірку баскетбольної суперліги на даний момент. Що це за топ-5 були люди? Ну так, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий номер. Ну давай, Майерса, любимого, вписуй сразу п'ятим. Так он четвертый. Ну, четвертый. Лукашов. Ага. Близнюк. Нормально. Стефанс. Ну, мне просто очень нравится. Ага, хорошо. Тоже. Очень милый. Добре. Ще двох. Бобров. Угу. Ну, и Майерс. И Майерс. Бобров и Майерс. Ну, нормальна п'ятірка така, слухай. Так, згадай, що ти такого ляпнув в ефірі, коли коментував матч. Згадати важко щось одне, тому що це відбувається кожен матч, буквально кожен, коли хочеться просто фейспалм вот этот вот сделать самому себе, і іноді я делаю. І, возможно, звук від лязга ладошки по це обличчю. Просто обмовки якісь чи щось незнання чогось? Ну, в целом, это комплексный вопрос, конечно же. Потому что, когда ты комментируешь матч, тебе постоянно нужно что-то говорить, не останавливаясь при этом. И часто происходят какие-то оговорки, даже очень грубые оговорки, которые ты потом переслушиваешь, а в сам момент... Мама дорога, да? Когда комментируешь, даже не осознаешь их. Конечно, бывают моменты, которые просто не знаешь. И узнаешь об этом чуть позже. А ты еще в студии, я знаю, сидел, вів новини спортивні. Чи бувались у тебе під час цих новин, прямих там ефірів, якісь фейспалми? І як ти з них викручувався? Чи... Ну, в ефірі обычно, когда мы сидели в студии, обычно всегда это суфлеры и текст уже подготовленный. Но, конечно, такие вещи случаются, чаще всего это просто оговорки. Що треба робити? Наприклад, ось... Недосвідчений якийсь студент дивиться зараз. І що треба робити в такі моменти? Не ну, паритись? Можна готуватися зарані, звісно, к цим моментам. Ну, ці речі вже відбуваються, тому що... А не за 10 хвилин? Так, ці речі відбуваються із-за недостатньої, мабуть, підготовки в цілому. І намеренно рідко. Поэтому готовиться нужно заранее, максимально вычитывать эти тексты или то, о чем ты будешь говорить. Когда даже случается что-то с суфлером, то ты должен понимать, о чем ты говоришь, для того, чтобы самостоятельно каким-то образом продолжить и выйти из этой ситуации. Ну, вот так. А тобі, як ти вважаєш, потрібно навчатись, наприклад, то в ДНУ, як я вчився на факультеті там журналістики, щоб бути журналістом спортивним. Мабуть, що так. Тому що я коли навчався, то нічого про спортивну журналістику я не дізнався. Чи потрібно людині в цій роботі бути саме? Ну, мені кажуть, саме головне в цій роботі просто бути увлеченим чоловіком, як і в будь-якій роботі, тим ділом, яке ти робиш.
Ну, я сам не являюсь журналистом по образованию. В общем-то, я не знаю, чему там учат в целом. Догадываюсь, конечно, но полного представления у меня об этом нет. Я також. Я, более того, Никита, ты анонсировал меня как спортивного журналиста. Я тоже про себя сказать этого не могу. Вот в полном объеме. Я просто какое-то время занимался вот этим видом деятельности в тех условиях, которые попал. Но считать себя прям спортивным журналистом и только им не очень сложно. Я слишком недавно занимаюсь этим делом для того, чтобы об этом говорить. В целом, конечно, спортивная журналистика лично мне интересна. И вот по собственному опыту могу сказать, что... ну, как меня, да, меня уже обучали на месте. Вот я пришел на телевизионный канал, и профессионалы, которые занимаются этим делом много лет, они уже каким-то основам технически обучали на месте. А канва сама... Информация, которую мы нанизываем сюда, я думаю, что это непосредственно зависит уже от человека. И если ты увлечен какой-то определенной темой, в данном случае спортивной журналистикой, то я думаю, что из этой ситуации выйти можно. Хотя учиться, конечно, нужно. Я не знаю, в ДНУ, не в ДНУ, но в целом образование имеет, я думаю, большое значение, если это качественное образование. Поэтому, если есть возможность обучаться... Ну, бажання плюс якісь знання допоможуть у цьому напрямку. Ти про це говориш. Ти чудесна, просто. Слухай, тоді таке. Да, такі питання. Таке. Про що мріє коментатор Дмитро Харлов? Зрителей пусть вернут на трибуны. Без зрителей максимально просто не то. Первое время было очень сложно привыкнуть, потому что... Атмосфера спортивной арены, когда еще до начала трансляции зал уже ревет и поддерживает свою команду. Болельщики противоположной команды поддерживают свою, и это очень сильно помогает. Без зрителей сейчас зал пустой. Такое впечатление первое время было, что просто как тренировка. Было очень сложно к этому привыкнуть, но в целом потом, конечно, адаптируешься к этим условиям. Но очень бы хотелось, чтобы вернулись зрители на спортивные арены наши. Потому что сейчас лично мне эта ситуация не очень понятна. В целом какие-то карантинные ограничения у нас существуют, но торговый центр открыты, кинотеатры открыты. В целом публичные места более-менее открыты для посещения, а зрителей на трибуны не пускают по какой-то причине. Хотя, возможно, можно было бы хотя бы часть какую-то обеспечить с соблюдением, конечно. Ну, как конечно, в кинотеатрах, так дистанция. Социальная дистанция с масками и так далее, но это была бы совсем другая история уже. А про что мріє спортивный журналист Дмитро Харлов? Спортивный журналист Дмитро Харлов мріє про те, щоб... Зробити щось гідне у спортивній журналістики хоча б. Вагоме. Щось вагоме. Не в плані для, звісно, мирової культури. Ну, в плані, щоб можна було посмотреть, і стидно не було. Вот така мечта. Ти хвилюєшся перед тим, як починається, наприклад, трансляція баскетбольного поєдинку, який ти зараз будеш коментувати? Я скажу тобі, Нікіта, чесно, я на цьому інтерв'ю хвилююсь значительно більше, ніж перед началом спортивної трансляції, по якій-то причині, тому я... І все ж таки. Коли починається... Ну, конечно, конечно. Но это я не могу назвать каким-то страхом или каким-то волнением. Но определенный мандраж, конечно, существует перед началом. Но в целом главное продержаться вот для меня первые 2-3 минуты, и потом все уже идет как по накатанной. Ага, у нас був Дмитро Харлов, який настільки полюбляє свою професію, що хвилюється навіть під час цього інтерв'ю. Ну, це був Нікіта Дрюченко на Спортику. Ще побачимось.